Меня зовут Илона Чекир. Мы оказываем на данный момент гуманитарную медицинскую помощь беженцам из Украины. Это был очень сложный период, потому что я не ожидал такого вот направления, что я этим буду заниматься. Было сложно и психологически, было сложно и физически. Основной акцент делался на тем, кому сложно. Женщины с маленькими детьми, многодетные семьи, престарелые люди, лица с ограниченными возможностями. Волонтеры – это и студенты медицинского факультета, и также граждане из Украины. То есть сами беженцы приходили и действительно активно участвовали в помощи, которую мы оказывали других им, их согражданам. Очень сложно найти волонтеров, которые могут профессионально вот работать с людьми, помогать людям, не обижаться на людей, когда они приходят. И иногда их эмоции могут быть очень импульсивны, они иногда могут выражать свою какую-то агрессию, потому что у них эмоциональные срывы. Мы сталкивались с такими, что, например, к нам люди приходят получать гуманитарную помощь и оставляют что-то, то есть для других, то, что им в принципе не надо, и у них это в достатке. Самое трудное – это вот все-таки сталкиваться с теми историями, которые нам рассказывали беженцы. Мы понимаем, что как раньше, наверное, будет, не будет, то есть мы не знаем, что будет дальше, и от этого вот тяжело.